картины Дега мы нашли в зале 19 века. Картина 1877 года, танцовщица. И вот еще одна его картина. Ангара Дега. Здесь хоть можно что-то современное, прикольное увидеть. Эдуард Виллард, конец 19 века. Картина Дега. Пруд и лес. Да, сдалека видно пруд. Здорово, 19 век. Класс, картина Дега. Вот у него в коллекции даже одна картина Поля Гогена. Тоже конец 19 века. Только сдалека. Сблизи она очень такая наляпистая. Поль Гоген. Продолжение к Полю Гогену. Очень. Это огромная коллекция. Просто как чат, как для частной. 1888 год. Собаки, бегущие по лугу. И здесь... Курятники. Поля Гогена, курятник. Класс. О, сирень. Гогеновская сирень, 1885 год. Боже, такая нереальная коллекция Поля Гогена. Ага. Вот костер на берегу реки. Интересные очень картины, что-то в них есть. Такая огромная коллекция Гогена у него, просто одуреть можно, да? Сирень, курятник, пожар и собаки, бегущие по лугу. И вот одна картина Клода Моне тоже есть. Тающий лед. Еще одна картина Клода Моне, 1882 год, «Отлив». Еще один «Отлив» Клода Моне. Одереть. Здесь картина Ренуара. 1879 года. Пшеничное поле. Картина Ренуара. И вот я такую картину Винсента Ван Гога, конечно же, не видел. Ночной пейзаж. Здесь современное искусство представлено такими вот мастерами. Еще один Ван Гог. Стивидор и Варли. Обалдеть, такие мазки крупные, блин, вообще сблизи. И вот еще Ван Гог. Три картины Ван Гога. Да, Тиссен Барнемиса серьезные картины покупал, ну, в принципе, в его коллекции было более 1500 картин. Эрик Хекель. Это уже начало 20 века. Картина Эдварда Мунка «Вечер». Вот мы и Мунка нашли. Класс вообще. Современное искусство здесь представлено довольно-таки. Энс Людвиг Кирхнер. Много его картин. Не знаю этого художника. Франц Марк. Картина Поля Сезанна, 1905-6 год. Обалдеть. Все-таки много у него, конечно, выдающихся полотен здесь выставлено. На удивление.
Очень большая коллекция Гогена, конечно, у него вообще, обалдеть. Одна картина. Вот вторая картина. Coming and going. Мартиник. Переход-уход на Мартинике. Да, Гоген был тоже интересным товарищем. Вот еще одна картина Гогена. Сад возле церкви. Обалдеть. Какая же крутая коллекция здесь у него. Картина Матисса. Разговор под оливковыми деревьями. Блин, класс. 1921 год. Картина Матисса. Интересная техника такая. Эта картина очень мне напоминает одну из картин Пикассо. Нужно будет посмотреть. Автор Фернанд Леджер. 1900. Интересный лестничный проем. В общем, импрессионизм. Вот такой вот. Картины интересные. Ну, мне неизвестно художников. Вот две картины кокошки. Обалдеть. Это уже 20 век. Тоже здесь представлены. Оскар Кокошка. И уже подходя к концу, две картины Василия Кандинского. Ну, он вообще рисовал в таком. Просто набор мазков. Если ближе посмотреть. Мюнхен. Людвиг Кирхе в Мюнхене. Кто же ее угадает? Василий Кандинский. Обалдеть. Ну и завершение, конечно, такой жесткий поп-арт. Чарльз Белл. Нью-Йорк, да. Thunder Smash. Жесткач. Такой поп-арт. Жестокий. Это вообще в стиле. Это Ричард Эстер. 1970 год. Это в стиле Энди Уорхола. Coca-Cola, People Flowers, чистый поп-арт, Ричард Эстер. Да. Здесь у нас что? Регинальд Марш. Много его картин, но это уже не так интересно.